Новая рабочая неделя в районной администрации началась с планерного совещания. Глава района Андрей Дорошевский, его заместители, руководители управлений и главы городских и сельских поселений обсудили результаты выполненной работы и обозначили план дальнейшей работы. С докладом об исполнении консолидированного бюджета Северского района выступила начальник финансового управления Ксения Лиуцкая. Годовое бюджетное назначение обеспечено на 27%, при среднекраевом показателе 25%. Достигнутые результаты позволили Северскому району занять третье место в ранжированной таблице среди районов Краснодарского края по поступлению доходов. В муниципалитете идет работа по взысканию долгов у недобросовестных налогоплательщиков. Из налоговых поступлений формируется бюджет района, поэтому важно оплачивать налоги вовремя. Сокращение недоимки обеспечено во всех поселениях. Самые высокие результаты – это Северская, Смоленская, Григорьевская и Калужская. В остальных 8 поселениях она снизилась менее чем на 13%. В преддверии праздника Светлой Пасхи и Радоницы в поселениях наводят порядок на кладбищах. К уборке привлечены сотрудники поселенческих администраций, работники бюджетных организаций и школьники. При участии учеников школ было собрано и вывезено более 20 кубов мусора. Это только Азовское кладбище. Кубинское кладбище 9 метров кубических мусора. Приведены в порядок, покрашены и прополота трава на 10 брошенных памятниках ветеранам. Во время праздничных богослужений полиция и казачество обеспечат безопасность граждан. Утвержден приказ, рабочая группа. По данным по охране общественного порядка на период проведения праздничных мероприятий. План согласован с администрацией района, ФСБ, отделом надзорной деятельности и войсками Национальной гвардии. Андрей Дорошевский дал рекомендации и указания главам поселения по организации проведения поминальных дней.